Привет, мои дорогие. Давно меня не было. О, лето, сами понимаете, дома не сидится. Вот, наконец у меня появилось время, и я с удовольствием покажу вам то, что я себе успела купить за то время, пока меня не было. Да, снимать, в общем, времени не было, а покупать было. Начну с марияшных сережечек. Вот такие сережки с цитрином. И такими маленькими, не знаю, что это, цирконы или фианиты, ну, в общем, неважно. Вот такие мышкин сережки. Так, купила себе вот такие маленькие тоже сережечки, тоже с английским замочком, тоже не знаю, то ли цирконы, то ли фианиты. Ну, мне кажется, это неважно абсолютно. Они-то хорошо смотрятся, аккуратненько. Честно говоря, я их покупала на третьи дырки, но они для них велики. Кто-то носит, но что-то как-то мне не очень понравилось. Потом купила вот такие себе сережки. Тоже очень хорошие. Я думаю, зимой буду их вообще с удовольствием носить. Ни за что не буду цепляться, хвататься. Очень они здорово смотрятся. Там прямо из-под мочки вот это вот болтается. Классные серьги. Так. А, вот еще сережки покажу. Купила вот такие себе серьги. Это винтаж. Камни я не знаю, вот показывают, да, они такие вот, похожи на аметист, но мне кажется, все-таки это стекло, не знаю. Вот они так сделаны короной, как я люблю, немножко у них деформированы дужки, длинные такие, вот такая здесь застежка. Ну, в общем, вы поняли, вот такая. Это серебро 875 пробы. И из этой же серии, ну не из этой, но почти, вот тоже позолоченное кольцо, тоже 875 пробы, с таким голубым камнем, ярко-голубым. Оно мне на этот палец велико, вот, на средний. Вот такое совершенно небольшое колечко. Ну это кольцо, вот здесь, кстати, стоит проба. Вот двойная проба здесь, там вот все как положено, звезда, в общем, тех времен. Так, потом купила себе вот такое кольцо с бирюзой. Очень симпатичное колечко, очень мне нравится. Бирюза здесь натуральная. Такое оно простое совершенно, но тем не менее. Так, потом вот такое кольцо. Так оно мне нравится, оно все-все-все в камушках. Вот. Вот такое кольцо. Кстати, оно с этими сережками будет хорошо смотреться. Так, потом купила я вот такой комплект с капельным серебром. Это гранат, кабошон. Ну, по крайней мере, девушка, которая его продавала, она так сказала. Я с ее слов ручаться не буду. Вот так это все сверкает. Все камушки на месте. Это полный комплект. Здесь, значит, кольцо, сережки и кулончик. Вот они все одного размера. Вот такой у меня комплект. Мне очень нравится, он очень красивый. Так, я все жаловалась, что у меня нет браслета жемчужного. У девчата, я такая счастливая, теперь он у меня есть. Вот такой жемчужный браслет. В общем, я решила все-таки тот жемчуг не покупать. И правильно решила, как только я для себя это наконец-таки вот... Уже все определилось. Мне попалась вот такая вот вещь. За сущие копейки. Это натуральный жемчуг, но, естественно, речной. И к нему ожерелье, нитка жемчуга. Вот такая вот у меня теперь красота. Он крупный вот. Очень мне нравится. Прям очень. Я так довольна. Так, сейчас я покажу то, что оценит Алиса. Алис, привет. Господи, что мне попалось, я не знаю. Посмотри.
Ты понимаешь, да, что это? Это слоновая кость. Вот, посмотри, какой здесь идет на ней узор. Я надеюсь, его видно. Вот. Видишь? Вот так вот волной. Цельное совершенно сердце, кулон. Это даже вот здесь никоим образом не приделано, а вырезано. Вот такое. Сейчас на этот палец лучше одену, чтобы проще снять было. Вот такое кольцо. Оно сделано как, не знаю, не паутины, но что-то похожее. Тоже из цельного. Кстати, у меня неприятность. У меня здесь мой этот аметист выпал. Представляете, девочки? Марьяшину сережку потеряла я с этим, с бирюзой цветочек. То, что переделывала. Вот там я написала Ане в комментариях. Плюс у меня здесь камень выпал. В общем, весело живем. Как говорится, глаз. Ну, не знаю, в общем, так говорят. Вот такое кольцо из цельной слоновой кости. Мало того, браслет тоже из цельной. Сейчас одену. Он крупный, не мелкий. Вот так вот он смотрится, браслет. Это я купила у женщины. Ей 64 года. Ее муж в свое время был геологом. И его, в общем, отправляли в командировку в Мозамбик. И вот это он привез оттуда ей в подарок из Мозамбика. И вот тут на браслете тоже, кстати, вот идет вот этот волнообразный такой узор. В общем, вот это я у нее купила у одной женщины. И буквально, не поверишь, Алиса, в этот же день я наткнулась, ну, совершенно в другом, конечно, объявлении на продажу вот такого браслета. Девочки, вы должны помнить, я, например, эти браслеты помню. Это индийские браслеты, тоже из слоновой кости. Здесь агат, вот такой. Говорят, муховый агат, не знаю. Вот так вот он открывается. Вот такой крупнющий браслет у меня. Представляете, девочки, на наши деньги, я вам скажу, с нашим переводим, этот браслет я купила за где-то 11 долларов. Где-то вот так. А тот весь комплект, вот, ну как комплект, браслет, кольцо и кулон, у той женщины я купила, сейчас я скажу, где-то за 25 долларов все три изделия. Вот так. А этот за 11. Мне достался он такой тяжелый. Так, Ань, переходим к тебе. Я тебе обещала кое-что показать, то, что тебе понравится. Я тебе обещала одну вещь, но я, к сожалению, забыла. Это будет не одна, а две. Две или три в комплекте, если брать. Вот, смотри, что я купила. Это жемчуг, тоже речной. И наша с тобой любимая скань. Посмотри, как сделано. Ажурное все. Посмотри. Это браслет. Он тоже старинный. Здесь вот такая застежка крючком. И к нему колье. Здесь вот в центре чуть покрупнее цветок. Вот эти помельче, да? Вот видишь? Резкость нормально навелась бы, было бы вообще хорошо. Представляешь? Это тоже все серебро. А самое интересное, знаешь, что здесь, Ань, здесь вот этот жемчуг, он не на клею, он не на лапках. Здесь вот, видишь, если сейчас обратишь внимание, вот я постараюсь показать. Он вот так же с серебром, проволока серебряная продета, и она его держит. Я впервые вижу такое крепление. Но мне первый раз попалось, честно говоря. Представляешь?
Вот такая у меня появилась. Вот я не знаю, что это вообще. Сейчас покажу размер. Размер он, конечно, невелик. Не такой крупный, как хотелось бы, возможно, но... Ой. Тем не менее. Вот так он смотрится на руке. Вот так. Жемчуг чуть желтоватый. Скорее всего, это из-за времени или из-за чего-то. Я не знаю, я особо в жемчуге не разбираюсь. Возможно, его не носили, он лежал, пожелтел. Не знаю. Так, Ань, это еще не все. Смотри. Вот такой у меня появился сканный браслет. Бесподобно красивый, Аня, мне кажется. Здесь не хватает зерни. Вот честно. Чернь появится, куда денется. А вот зерни не хватает мне. Но тем не менее, он бесподобно красивый. Я его ношу, вообще не снимаю. И больше всего мне нравится здесь вот этот вот цветочек. Он так болтается игриво тут. Кстати, если помнишь, я забыла сережки вытащить, а Марьяшка уже спит, уже туда в комнату особо не полазишь. У меня есть серьги, помнишь, сканные, тоже цветком сделаны. В общем, вот такой здоровский у меня браслет. Появился, я такая счастливая. За сущие копейки, мне даже стыдно сказать, за сколько я его купила. Я его купила в переводе на, если доллары... Это даже не делает 5 долларов. Да, нет, какой 5? Меньше 5, да, 5 не делает. Меньше 5 долларов. Представляешь, Ань? А, вот так, вроде бы все. Вот такое видео у меня получилось о моих покупочках. Девчонки, я, по-моему, еще соскучилась. Я обязательно отвечу на ваши комментарии. Просто реально у меня лето какое-то безумное. Вот, всех вас люблю, всем большой привет. Ань, тебе, Алиса, Роза, Катюша. Девчонки, Танюшина, этот, в общем, всем привет. Всех люблю, всех целую, берегите себя, своих близких. И покупайте побольше себе обновок. Аня, твои брошки, это что там? Это просто нечто. Я в обмороке валялась тут, пока это видео твое смотрела. Периодически в обморок бух-бух-бух-бух. Очень все красивое. С обновками тебя. Алиса, я видела, какое тебе кольцо муж на день рождения подарил. Поздравляю, кольцо сумасшедшее. Носи на здоровье. И у нас говорят, он нам яхшлар на ласан. Это значит, чтобы еще лучше, да? Покупалась, дарилась. В общем, чтобы еще лучше и лучше и лучше. В общем, девчонки, всем вам этого желаю. Чтобы вы себе еще все лучше и красивее по душе все покупали или вам дарили. Ну все, я всех вас целую, а то заболталась. Всем пока.